Я напомню, что арки в интерьер снова возвращаются. Это дверные проемы, это какие-то даже отдельно выделенные, да, акценты на стене, как на этих фотографиях. И арки снова вернулись в декоре интерьера, в декоре помещений. Если у вас есть арки, обязательно сохраняйте их. Можно их выделить контрастным цветом. Вот на этой выставке придумано и сделано. В России мы видели много скруглений, много арок. И вот хочу акцентировать ваше внимание, что именно в предметах мебели стало много вот таких обтекаемых форм, скруглений. Это диваны с подлокотниками или даже со спинками круглыми, да, это кресло. То есть сейчас снова вот этот тренд на скругление, почему он вновь приходит к нам в дизайн, потому что это то, что наш мозг и наш глаз воспринимает как что-то более гармоничное. Спокойно, это могут быть зеркала в виде арок. Кстати, они могут быть повешены абсолютно по-разному, даже вот так вот вниз, что называется, головой. Я такое тоже в дизайнерском кафе Поляндрия встречала и как-то в одном ролике вам показывала. Этот прием можете использовать, сочетать, например, с бетонной стеной и с подсветкой за зеркалом.